9 учителей из Чувашии вошли в число лучших педагогов страны. Среди них Надежда Юрьевна Клинк. Она преподает физику в Чебоксарском лицее номер 3. Почему Надежда Юрьевна в числе лучших, наша съемочная группа поняла сразу, как только попала на ее урок. Наш оператор так увлекся опытом с пружинкой, которая, вопреки законам физики, сжимается при нагревании, что пришлось переснимать дважды. Валя, это фокус. Все учителя балдеют. Это называется отрицательным тепловым расширением. Таким свойством обладает ряд уникальных веществ, в том числе трифторид скандия. Пружинку из этого материала Надежда Юрьевна привезла со Всероссийского фестиваля науки. В этом году конкурс на звание лучшего педагога России стал для нее уже третьим по счету. И в третий раз она получает грант в 200 тысяч рублей. Первый раз я в нем участвовала в 2006 году, работая в первом лицее, я тогда стала победителем. Нам тогда тоже дали грант. Потом я уже работала здесь, в 2012 я получила этот грант. И вот сейчас, в 2018. То есть, получается, через каждые 6 лет регулярно я получаю. На вопросы коллег, как выиграть в таком масштабном конкурсе, отвечает: быть активным в интернете, участвовать в международных проектах и пробовать, что называется, на себе все новые технологии в учебном процессе, которые могут заинтересовать детей. А еще не быть вредной физичкой, как в ее песне. Ольга Бырочкина, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика.